Всем привет, с вами Егор Ярушин, и вы часто спрашиваете меня про мои татуировки и просите рассказать, что они означают и так далее. Поэтому сегодняшнее видео, сегодняшний выпуск моего March Madness я решил посвятить именно своим татуировкам по, собственно, идее моей сестры, которая является оператором сейчас. Поэтому вот, я начну, наверное, с руки, на которой у меня больше всего. Вот здесь вот самая главная и самая некачественная и самая выпавшая татуировка, которая у меня есть, которую мне срочно нужно переделать, это ловец снов с перевернутым крестом. Это означает, по сути, мое отношение к религии. Потому что, ну, то есть я вижу, например, православие и вообще христианскую церковь и вообще какую-либо религию как какой-то страшный сон, от которого я хочу избавиться последствием вот этого вот ловца снов. Потом выше написано «Honesty», это честность, вот, это честность и также название нашего альбома. Сразу над ним вторая по говнистости татуировка, которая у меня есть, которую мне тоже нужно срочно переделать, это лого Эбис, я думаю, что тут ничего объяснять не нужно. Вот, потом вот здесь вот у меня перевернутая корона, она перевернутая, потому что, ну, это показывает мое отношение к авторитетам и то, что я их не уважаю. Вот, сразу под ним многие думают, что это лого монстра, на самом деле это не лого монстра, на самом деле это лого моей группы, которая у меня была перед этим, Марина. Вы, наверное, про нее знаете. Вот здесь вот моя сольная лого, это дерево жизни. Если смотреть вот с этой стороны, то это корни дерева жизни. Если смотреть, соответственно, ну как бы вот так вот, то это получается дерево. Вот, что дальше? Вот здесь вот у меня три треугольника, они объясняют три, как бы, города, которые представляю я. Это Чикаго, Новосибирск и Прага. Вот это вот три треугольничка, собственно. Здесь татуха, которую я скоро буду перебивать, я про нее вообще ничего говорить не буду. Тут у меня штат Иллинойс, который я считаю вторым домом, или третьим домом, наверное, уже. Вот. Здесь маяк, на самом деле маяк набил чисто ради картинки. То есть ничего, никакой смысловой нагрузки он не несет. Шутка. Маяк — это надежда, это единственная вещь, которая связывает меня каким-то... Ну, то есть, единственная моя татуировка, которая каким-то образом связана с надеждой, с, типа, верой в светлое будущее и так далее. Здесь у меня церковь горящая, тоже, в принципе, недвусмысленный знак того, как я отношусь к религии. Вот. Потом что? Потом у меня есть вторая рука. На второй руке обложка альбома... Ну, обложка EP Transition от Марины. Этот дом... ну, дом-то сам с обложки альбома Downpour, и дом как бы представляет из себя брейкдауны, электронику, вот все вот эти вещи, их уносит как бы вот этот вот баллон. Вот, он их уносит дальше. Дальше у меня на этой руке будут остальные обложки альбомов, которые у меня были. Здесь вот будет стоять чувачок с сердцем с альбома «Honesty». Вот здесь вот будет лев и наездник льва с альбома «In Hearts the Hope Prevails» Марины. Здесь будет этот самый чувак с одноименного альбома «Эбис», который вышел в 2011. Вот, потом у меня еще есть грудь, не обращайте внимания на прыщ вот этот отвратительный, который у меня здесь. На груди у меня по-латински написано «Ничто не вечно». Вот, поэтому... Вот такие вот мои татухи. Если у меня будут какие-то следующие татухи, а главное, если это видео наберет много просмотров, то когда я набью новые, я вам их тоже обязательно покажу. Close-up, может быть, даже маечку сниму, не знаю, что-нибудь такое. В общем, короче, увидимся с вами, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии. Пока!